Хеллоу, меня зовут Флойджики, добро пожаловать в CSGO, открытие кейсов. Ну что ж, ребята, продолжаем мы выигрывать, побеждать и пытаться выбивать ножи в самой CSGO у Гейбена. И, короче, сейчас вы увидите на своих экранах результаты предыдущего конкурса. Вот это вот мой видос, вот это вот ссылочка. А вот это наш победитель. Все условия он выполнил и получает дроп. Все просто. Спасибо за участие, братан. Ну а сегодня, чё бы пооткрывать, с нами поделился чувак с ником Мистер Бодя. Здорово тебе, братан. Мистер Бодя пишет: открой хрома 1, одна штука, хрома 2, две штуки, хрома 3, три штуки, фэшн 4 штуки, авангард 5 штук. Братан, сайт один, ну, с CSGO.TM я закупал все эти вещи. В общем-таки, очень долго выдавал авангарды, а мне нужно было быстро снять этот ролик. Поэтому я купил гамма-кейсы, а твои авангарды мы откроем на сайте. Поэтому, ребята, опять же говорю, если сегодня выпадет что-то такое крутое, я обязательно с вами поделюсь. Поэтому можете прямо сейчас ставить лайки, подписываться на канал, если вы еще не подписаны, и автоматически начинать участвовать в розыгрыше. Поэтому мы прямо сейчас начнем с хрома 1, потому что первая хрома у нас была в размере одной штуки. И, ой, боже мой, там пролетает картель, пролетел, в принципе. И тут тот самый АВП-боец, который мы и разыгрываем. Поэтому получается, что мы его уже разыграли, ребята. Все, продолжаем, короче, хрома 2, кей, поехали. Что ж, я тут, ну просто у меня мой любимый скин — это Neon Rider. Он такой красивый, если бы была бы М-ка Neon Rider, я просто не знаю, я бы купил Factory New StatTrak, и просто чтобы она у меня красовалась в инвентаре. У нас, ребята, идет уже третий кейс. У нас хрома 2 кейс, всего лишь две штучки, поэтому у нас последний хрома 2 кейс. Бронз, ну такое, совсем такое. Ну, тут я, в принципе, не совсем удивляюсь, что, типа, мне такого ничего крутого не падает. Но, в принципе, в прошлом выпуске, грубо говоря, что-то мне нормальное и выпало. Но, если считать из самого прям пипец нормального, это, конечно, нож. Да, я зажрался, нож хочу. Конечно, нож хочу, никто не хочет нож, ребят, серьезно. Хрома 3, пошел. О, боже мой, сразу, спасибо, Chantic of Fire. Прям в самом начале просто пролетел Chantic of Fire. Супер, М-ка Ролтон пролетела. Ну, выпадает пулемет Спектр. Спасибо, я мечтал о Спектре. Статрек что-то там пролетело. Еще там пролетело, много всего. И будет пролетать и падает не опять Спектр. Это был последний Хрома 3, спасибо, что был последним. И... хотя нет, не спасибо, что был последним. Но, ладно. Что ж, ребята, фэльшины пошли у нас в раздачу, под раздачу. Вот тут Хайпер Бис бы я хотел. Почему бы и нет. Я люблю АВП, это одно из любимых моих оружий. И почему бы я не пострелял бы, например, с АВП StatTrak, Hyper Beast, Factory New. Вот было бы в руках, конечно, красиво. Но чё слишком замечтался, вам не кажется, ребят? Постоянно вот хочу, а гейп не дает. Рокет поп. Все вот эту рокет засунь в попу, хорошо? Гейп, братан, пожалуйста. Чуть-чуть поглубоко. Поглубоко. Охрененно, Джонни, молодец. Ты рейнджер, Пауэр рейнджер. Знаете такие, да, конечно знаете. Кто не знает Пауэр рейнджер, господи. Они же, по-моему, фильм выйдет скоро, ребята. С Пауэр рейнджерами. Фильм выйдет от Пауэр рейнджерах. Рокет опять в попу тебе, Габен. Ракету-то, совать. Ой, все обдряпанную мне дал. Это же из жопы, да? Ту засунул, а это из жопы уже вынул. Спасибо, братан. Гамма кейс последний, ребята, пошли. Но что-то сегодня вообще не катит. Вот прошлый что-то... мне кажется, нужно кого-то прям звать все время. Прям обязательно. Потому что если кто-то есть на выпуске, то падает что-то офигенное. Потому что... вот вспомните, ребята, предыдущие выпуски. Вообще ни нормального такого оружия прям не выпадало. Как с Глитчстомпом. Мы сели, записали. Все супер. Падает и падает и падает. А тут синее. Что-то мне, походу, Габен не в ту сторону накрутил. Ну, ладно. Ладно, братан, я понимаю, что ты накручик. Подкручиваешь всем в синьку, чтобы всем синька выпадала. А тебе бабки капали. Спасибо, братан. Эскейп. Ну, что-то даже вот она вообще прям одрёпанная была. Ребят, у нас все синее падает. Одно синее. Мы вот сейчас в конце выпуска посмотрим, сколько нас все... вы задолбал. Хватит вот это дерьмо мне свать. Ну, вот сравните. Вот. Дерьмо нормальное было. То дерьмо... а у нас вот нормальное. Может быть, потому что я через ключи открываю. Вот как вы думаете, может быть, в этом все дело? Ой, вели домью. Вот так Габену в лицо. Ну,
Чё, смотрите, по вот это, у нас выпала всего лишь одна фиолетовая, это запрещенная вроде, или засекреченная, я путаюсь все время, короче, посмотрите, и сравните предыдущий выпуск, просто, вот, вот падало нормально, в прошлом выпуске нормально падало, а это что, что это такое? Наверное, реально нельзя открывать ключами, нужно именно на кейсы нажимать. Ну, будем знать. Хорошо, теперь, ребята, мы с грустным ебалом пойдем на Force Drop. Ну что, Force Drop нас встречает с раскрытыми объятиями, потому что здесь тоже можно сейчас проиграть, но я надеюсь, что этого не будет. Поэтому мы, ребята, ищем авангард. Авангард кейс, вот он. Авангард кейс. И откроем мы их в размере 5 штук. Мистер Боди же хотел 5 штук. И сразу, это африканская сеть. А, пустынный повстанец. Мой нелюбимый скин, пустынный повстанец. Глок 18G. О, вот это хорошо. Мы сразу почти 2 кейса получили в плюс. То есть мы могли еще 2 кейса открыть. Это у нас был первый кейс. Сейчас пойдем по второму кейсу. Второй кейс нам даст сейчас Скар 20 кардио. Вот. Можно вот так, чтобы в КС было? Пожалуйста. Вот серьезно. Пусть вот так будет в КС. Я буду безумно рад, если будет вот так. Вот, что-то залагало, не знаю. Ну ладно, я буду реально безумно пипец как рад, если вот так будет в CSGO. Вот пусть падает также в CSGO. М4, А4, Грифон. Ну, тут уже минус. Ладно. Это вроде был третий предмет. Сейчас у нас идет четвертый кейс. И в четвертом кейсе нам должны дать опять Glock 18 жертв. И опять тут минус. Но в любом случае, пока мы идем в плюс, вроде как. Если не ошибаюсь, но можно вот так, чтобы в КС было. Я буду рад. Буду безумно рад. Грифон. Тут пуль. Нет, плюс. Ну, ладно. В любом случае, мы открыли 5 One Guard кейс. И я думаю, что с вангардами мы можем закончить. Может быть, операции подрюпить. Давайте Godzen Monsters, почему бы нет. Будет круто, если медуза выпадет на самом деле. Но медуза не выпадет. Но пролетело 3 медузы. 3 медузы пролетело. 4, 5, 6. И сколько там медуз пролетело, но все равно упадет в лабиринт. Ладно. Ну, все. Не хочу тебя видеть. Отстань. Все, такого дропа не... Ну, пусть не будет существовать у меня в инвентаре. Спасибо огромное. Я, конечно, рад. Поэтому... Да. Ладно. Пойдем, давайте подрючим случайно. Нет, случайно выпа не хочу. Хотя был бы безумно рад, если бы тут она выпала, конечно. Даглор. Было бы круто, на самом деле. Но мечты, мечты и еще раз мечты. Такого быть не скоро, но подрюпить можно. Случайно, АВП, пожалуйста, что-нибудь крутое. Ну, ой, боже мой, какая она подрюпанная. Господи, не будем открывать. Что-то не прет, ни там, ни там. Давайте мы откроем сейчас. Засекреченное. Хочу засекреченное посмотреть. Что будет засекреченным? Что-то хорошее? А может быть и нет? А может быть и да? А может быть и нет? Ваши ставки и... О, подожди, так. Ну, цуть-цуть такое, знаете? Цуть-цуть такое. Немножко пролетело. А давайте заберем. Для вас. Imperial Dragon. Все, мы забрали. Давайте мы откроем один коблстон и пойдем по тайнам. Потому что... Кобблстон, тут драгонлор есть. Тут есть рыцарь. Тут есть пищаль. Ну, мне дают пыльник. Пыльник за 20 рублей. Спасибо за пыльник, но мы пойдем лучше в случайное тайна. Посмотрим, что здесь будет у нас в случайном тайном. Пожалуйста. Йоу, случайная тайна. Обрадуй меня сейчас. Чантика фаер. 2000 рублей. Пау. Забрать. Давайте заберем. Не будем рисковать. И откроем еще одна случайная тайна. Прямо сейчас случайная тайна открывается. Лавейх мутится, наверное. Если что, мне выпало говно, да? Мне выпало говно или не говно? Стой. Ну, хамелеон. Ну, зачем мне хамелеон? Не хочу хамелеон. Я просто закрываю эту лавочку. Закрываю, иду в засекреченное на свои оставшиеся деньги. Правда, я очень сильно рискую, но... Я думаю, будет риск оправдан. Потому что, ну, боже мой, статрек, аух, хамелеон. Ну, серьезно. Статрек, аух, хамелеон. Ну, не очень круто. А тут... Вот что это за ветка? Вот эту ветку поглубже. Все, последняя засекреченная, ребята, к сожалению.
Не прет что-то сегодня. Но, в принципе, огромный... Подожди, стой, это что? Это круто? Это очень круто! Путешественник. Окей, путешественник я заберу и сразу продам, но в любом случае так и сделаем. Хотя нет, давайте мы его продадим. И все же последняя тайна мы должны подрюпать. Все, последняя тайна. Поехали, посмотрим, что нам сейчас даст тайна. Последняя, пожалуйста. Я до конца должен верить в свою удачу. Виктория. Вика. Ну что так, что с тобой, Вика? Не очень, Вик. Ну ладно, с Викой мы попрощаемся. Заберем, что нам выпало в CSGO, посмотрим. Давайте, поехали, что ли. Ну вот мы, ребята, и в CSGO, но мы вроде как, я не знаю насчет плюса и минуса, но в любом случае, эту StatTrek P2000 Imperial Dragon получит тот человек, который выполнит следующие условия. Ну что ж, ребята, вам, чтобы участвовать в этом конкурсе, нужно быть подписанным на мой канал, это обязательно. Поставить лайк под это видео и в комментариях написать что-нибудь. А еще лучше, если вы напишете трейд-оффер сразу. В комментах, что-то, какой-то коммент и трейд-оффер, чтобы я сразу смог отправить шмот. Вот такие вот пироги, ребята. Вот такой вот выпуск получился, к сожалению, не очень крутой, что-то меня вообще сегодня не прет. Но, надеюсь, повезет в следующий раз. На этом все, ребят. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забывайте подписываться на канал, ставить большие пальцы вверх под этим видео. С вами был FlyGK. Всем удачи, всем пока.